Сегодня я хотела бы поделиться с вами уникальными рецептами, которыми вы можете воспользоваться для создания определенной атмосферы. Умение сочетать между собой эфирные масла являлось всегда самым интересным видом мастерства. Приглашаю вас прикоснуться к урокам мастерства и создать уникальный рецепт «Успешные переговоры». Для этого я предлагаю вам взять эфирное масло эвкалипта и эфирное масло лимона. Эти два удивительных масла будут вместе синергировать друг с другом, соединяться, объединять и давать больше возможностей. Масло лимона, так как работает со снятием тонуса и напряжения, будет давать возможность усваиваться новым знаниям лучше, больше и качественнее. А значит, вы сможете слышать друг друга. Масло эвкалипта дает возможность сделать хороший вдох, хороший выдох, свободно расширяться в пространстве, а значит, вы сможете обсуждать новые возможности. Возьмите, пожалуйста, этих два эфирных помощника, и они обязательно вам пригодятся в переговорах. Берем эфирное масло лимона и добавляем 2 капли в диффузор. Далее нам необходимо эфирное масло эвкалипта, и мы его тоже добавляем 2 капли в диффузор. Такая несложная композиция будет создавать прекрасный результат. Мы продолжаем уроки мастерства. И сейчас я предлагаю уникальный рецепт «Надежное партнерство». Для этого мы будем использовать эфирное масло кедра и чудесный микс Hopeful Soul из линейки Soul of Nature. Удивительное сочетание этих двух ароматов будет рождать вот это состояние надежности, а самое главное – давать возможность легко выстраивать партнерство. Кедр. Могучее раскидистое дерево, которое обладает мощной кроной и при этом укоренившейся основой. Ствол достаточно плотный и создает состояние уверенности, заземленности. И как будто бы вам все по силам. Надежное партнерство – это то, что вы можете создать уже здесь и сейчас. Для рецепта «Надежное партнерство» нам необходимо будет эфирное масло кедра и чудесная смесь Hopeful Soul. Мы берем смесь Hopeful Soul и добавляем 2 капли в диффузор. Далее мы берем эфирное масло кедра и добавляем 1 каплю. Это прекрасное сочетание, которое задаст атмосферу в вашем пространстве. Предлагаю вам погрузиться в уроки мастерства и сейчас воспользоваться уникальным рецептом для создания романтического вечера. Для этого нам необходимы эфирные масла, такие как бергамот и смесь Relaxed Soul. При смешивании этих двух удивительных сочетаний вы зададите тон своему вечеру. Действительно, бергамот – это творец, это креатив, это дизайн эмоционального пространства. Relaxed Soul – это удивительная смесь, которая будет сонастраивать вас на безмятежность и расслабление. Для создания романтической обстановки нам понадобится 2 сочетания. Это масло бергамот и смесь Relax Soul. Начнем с этой смеси. Добавим 2 капли. И соединим с чудесным ароматом бергамота. 1 капля. Попробуйте это сочетание и наслаждайтесь романтическим вечером.
мы прикасаемся к урокам мастерства, и сейчас я предлагаю вам еще один уникальный рецепт. Внутреннее спокойствие. Для этого нам понадобятся такие эфирные масла, как кедр, лаванда и апельсин. Кедр будет задавать тон заземления, спокойствия и уверенности. Масло апельсина округлять и вдыхать в нас равновесие, при этом создавая позитивную форму мышления. И масло лаванды – это то, что позволяет нам находиться в состоянии равновесия. Для рецепта «Внутреннее спокойствие» нам понадобится три эфирных масла – кедр, апельсин и лаванда. Начнем с кедра. Одна капля кедра. Одна капля апельсина. И две капли лаванды. Попробуйте этот уникальный рецепт и наслаждайтесь внутренним спокойствием.